Пока телеканал НТВ продолжает показ криминального сериала «Река Шет», в сети активно обсуждают новый сезон. По сравнению с первым сезоном, большинству он показался нудным. Две первые серии действительно больше напоминают мелодраму, но потом будут и погони, и перестрелки, и драки. Да и похоже, что история вторым сезоном не завершится, и будет «Рикошет» третий сезон. Напомню, главные роли в картине исполняют Александр Устюгов и Екатерина Волкова. Павла и Нику играют Петр Рыков и Виктория Заболотная. Роль Ремезова досталась Сергею Чудакову. Анну играет Анна Бочалова. По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала «Рикошет» запланирована на весну 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.